Всем привет! Сегодня специально приехал в метро Сокольники, чтобы попробовать новый бургер, новую сеть вкусной точка и показать, как работает новый Макдональдс. Что здесь? Ошибись. Что есть? Бургеры, говядина, чизбургер, двойной чизбургер, гранд делюкс, двойной гранд, так, курица, кролл с беконом, чикен премьер. В принципе, вообще остались все те же самые позиции, меню, напитки, охладительные напитки, чай липтон, кока-кола, зеро без сахара, десерты, мороженое карамельное, мороженое шоколадное, вафельный рожок, Макфлори нету. Так, меню. Ну, в принципе, все. Меню очень маленькое. Ну, мы закажем. Так, а рыба и продукты остались. Двойной фишбургер, ну, в принципе, осталось. Так, угрова. Говядина. Ну и просто пускай будет Grand Deluxe. Так, без комбо. Потому что, ну, мне не нравится, честно говоря, караташка. Ну и просто напитки. Походите напитки. Ой, кола без сахара. Маленько, больше мне не надо. Нет, добавить заказ. Ну и все. Готово. В итоге 254 рубля. Вообще никакой информации о том, что это Макдональдс, нету. Просто все осталось в том же виде. Теперь это производство системы ПБО. Стаканчики выглядят вот так. Бургер выглядит так же, то есть, ну, все более или менее изменилось. Нету логотипа никакого, нету больше никакой информации. То есть, все как будто обезличено. Честно говоря, на вкус, что Coca-Cola, что бургер, никаких изменений я не вижу. Все то же самое. На вкус даже котлета стало больше. Так что, в принципе, Макдональдс вернулся в Россию.